В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітав директор Центру заочного та дистанційного навчання Національного університету Одеська юридична академія Сергій Кравченко. Вітаю вас, пане Сергій. Доброго. Сьогодні, перш за все, давайте поговоримо про особливості вступної кампанії цьогоріч. Чи відомо вже, чим вона буде відрізнятися від вступної кампанії 2020? Следует отметить, безусловно, что вступительная кампания 2021 года характеризуется некоторыми особенностями, которые связаны с моментом изменения определенных требований для поступающих по специальности, например, право, правоохранительная деятельность, международное право, ну и менеджмент, естественно. Те специальности, которые осуществляется подготовка студентов в центре заочного и дистанционного обучения. Особенностью является то, что, собственно, для поступающих на первый курс на специальность права и образовательно-квалификационный уровень бакалавр требуются следующие экзамены, сдача внешнего независимого оценивания по следующим экзаменам. Это украинский язык, литература, история Украины и иностранный язык или математика на выбор. Розкажіть, будь ласка, у чому полягають особливості дистанційної підготовки майбутніх правників? Особенности выражаются в... Ну, во-первых, мы говорим о том, что существующая платформа заочной формы обучения, она осталась, и центр заочного и дистанционного обучения непосредственно ее динамично развивает. Когда мы говорим о дистанционной форме обучения, мы можем сказать, что в целом она на сегодняшний момент является крайне актуальной. Мы прекрасно понимаем, что прошедшие карантины и пандемия внесла свои изменения в образовательный процесс, в систему предоставления образовательных услуг, что на сегодняшний момент центром было крайне вовремя отмечено, и центр заочного и дистанционного был к этому готов. Сергій Петрович, розкажіть нам, будь ласка, коли і як утворився центр заочного та дистанційного навчання? Невже в Національному університеті Одеська юридична академія ще багато років тому передбачали, що дистанційна освіта буде так затребувана? Да, центр образувався в 2018 году на базі существующих факультетів. Путем слияния этих факультетов, реорганизации. Это факультет заочного и вечернего обучения и факультет последипломного образования. На их базе образовался центр заочного и дистанционного обучения. И буквально с первых моментов образования акцент был сделан на то, чтобы помимо очной формы заочной формы образования предоставлять услуги и в сфере дистанционного обучения. И пошел процесс наработки, выработки определенной стратегии дистанционного образования, формирования полного комплекса учебных дисциплин, курсов, создания научно-методологической основы дистанционного обучения, ну и, естественно, внедрение информационных технологий, создание различных практикумов и возможности, что самое главное, студенту получить доступ к этой учебной литературе, научно-методической литературе, то есть, условно говоря, лекциям, практическим занятиям, тестированию, различным правовым ситуациям, которые сохраняются и сосредотачиваются вот на платформе, общеобразовательной платформе, которую мы называем Moodle. Якщо говорити про якість освіти в центрі заочного та дистанційного навчання, чи поступається воно в чомусь очній формі навчання? Прямое общение с преподавателем никто никогда не заменит.
Безусловно, мы говорим, когда мы привыкли традиционно к очной форме обучения, когда огромная аудитория, большое количество студентов напрямую контактирует с преподавателем. Это, конечно, главная специфическая особенность гуманитарного образования, потому что хороший юрист — это человек не только, который знает законы, умеет их применять и толковать, но и человек, который является коммуникабельным, может находиться в любой социальной среде, непосредственно обладает способностями и талантом к ораторскому искусству, ведь необходимо произносить речи в зале судебных заседаний, будь то они обвинительные или защитительные. Необходимо коммуницировать непосредственно с людьми, потому что юриспруденция — это та сфера, которая непосредственно проникнута социальной основой. А коли абітурієнти обирають виш, вони цікавляться тим, наскільки випускники вузу затребувані. От наскільки працевлаштовані випускники центру заочного та дистанційного навчання? Следует отметить, что вообще политика Национального университета Одесская юридическая академия, она в целом ориентирована на 100% трудоустройство студентов, которые выпускаются. И центр заочного и дистанционного обучения, естественно, не является в данном случае исключением. Хотя тут есть некоторая особенность. Дело в том, что студенты, поступая в центр, они уже в принципе, трудоустроены изначально в той или иной сфере юриспруденции, администрирования, менеджмента. И поступая в центр, они лишь хотят получить высококвалифицированное образование и осуществлять дальнейший рост по карьерной лестнице. Очень интересной особенностью в этом году и особенностью прошлого года было то, что магистратура центра заочного и дистанционного обучения показала наивысшие результаты по набору. Почему? Студент очной формы, отучившись уже 4 года в стенах университета, получив распределение, может уже смело идти на работу и применять себя в сфере юриспруденции. Они так и делают, собственно. Они уходят, работают, а в магистратуру поступают в центр заочного и дистанционного, параллельно учась и работая уже и применяя непосредственно те знания, которые получены в процессе очного обучения, ну и, естественно, в процессе обучения в магистратуре непосредственно на практике. А чи пригадуєте ви вже відгуки своїх випускників, які вдячні своїй альма-матер Національному університету Одеської юридичної академії за ті знання, які отримали, і вже працевлаштовані в якихось державних структурах, можливо, судах чи правоохоронних структурах? Випускники центру заочного і дистанційного навчання, вони настільки многогранні, и такие руководящие уже занимают посты и должности, что, в принципе, это от секретаря судебного заседания и заканчивая законодательным органом страны, высшим законодательным органом страны. Національний університет Одеська юридична академія вже давно славиться своєю освітою, а також спортивними та культурними заходами. Вже неодноразово університет ставав лідером у спорті та взагалі в активних заходах. От розкажіть, наскільки студенти факультету приймають участь у подібних заходах? Ви прекрасно розумієте, що студент, який учиться на заочній формі навчання, має більше можливостей, чтобы проявить себя в спорте, в каких-то образовательных программах, грантах, проектах. Вот, ну, можно назвать студентку первого курса магистратуры Анастасию Горбатюк. Она принимала участие в программе «Поддержка молодежи в сфере развития демократии и гражданского общества в Украине». Участвовала в программе в Берлине, Франкфуртский университет посетила.
очень позитивные отзывы, привезла сертификаты. Если говорить о спорте, Виталий Якиминц, вот буквально выпускник этого года, первое место по стендовой стрельбе среди мужчин получил на 28-х областных студенческих играх. Гордость центра. Так, тобто у центру вже є свої такі визначні спортсмени та діячі юридичної сфери. Чи є можливість студентів поєднувати навчання з роботою? Чи підтримуються університетом такі ініціативи? Та чи можливо вступити до центру заочного та дистанційного навчання вже як на третю освіту, на другу? Да. Ну, во-первых, как я уже сказал, большинство студентов, которые поступают в центр, они уже трудоустроены в той или иной сфере юриспруденции или администрирования, или менеджмента, или управления. Они и поступают в центр для того, чтобы учиться без, как мы говорим, без отрыва от производства. В принципе, две сессии, которые проходят в течение учебного года, длятся они по 21 дню, вследствие чего начитываются лекции, проводятся практические занятия. То есть, собственно, то, что они самостоятельно. Ведь студент-заочник – это 80% самостоятельной работы. Это, конечно, требует самодисциплины, самоорганизации. И тут университет подсказывает, помогает, направляет. Ведь я вспоминаю свои студенческие времена. Для того, чтобы получить тот или иной нормативно-правовой акт, необходимо было ехать в библиотеку или выписывать непосредственно домой официальное издание. Сейчас, благодаря вот этой вот платформе Moodle образовательной, где закреплены все курсы, учебные дисциплины и, естественно, ссылки на все нормативно-правовые акты, базы с нормативно-правовыми актами, это все облегчено, намного облегчено. У чому, на ваш погляд, переваги навчання саме у Національному університеті Одеська юридична академія? Всегда говорил и буду утверждать, что это высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. Это фундаментальная материальная база. Вот не было бы центра заочного и дистанционного, если бы не было такой технической базы, которая обеспечена университетом. Это и IT-лаборатории, и IT-центры, которые дают возможность коммуницировать. Кроме того, может, несколько прорекламирую, недавно созданный факультет информационных технологий и кибербезопасности, они непосредственно, мы с ними очень тесно сотрудничаем, потому что вот обеспечение той же базы Moodle необходимо профессиональные IT-специалисты. И они нам в этом помогают. То есть мы уже куем кадры внутри университета. И они прогрессивно нам помогают в осуществлении нашей же деятельности при подготовке уже юристов. То своєрідна співпраця між підрозділами університету. Да. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та запросити на день відкритих дверей, який відбудеться вже 27 лютого об 11 годині ранку в стінах Національного університету Одеська юридична академія. Уважаемые абітурієнти, приходите, я думаю, будет субботний день солнечным, ярким. Приходите в стены университета, посмотрите воочию, прочувствуйте, проникнитесь этим духом знания. У нас как раз начался новый семестр. Вы сами можете посмотреть материально-техническую базу. Материально-техническую базу. Общаться с деканами факультетов. Они вам расскажут более подробно о специфике подготовки на каждом факультете.
Но, естественно, встретиться с руководством університету. Чи буде можливість вже поспілкуватися зі студентами, там, можливо, прийняти якийсь досвід? Да, безусловно, заняття проходять. Наші двері на то вони і відкриті, що ви можете зайти в будь-яку аудиторію, абітурієнт може зайти, посмотреть, як проходять лекційні заняття або практичні заняття, і почувствовать ту атмосферу студенческой жизни, которая, в принципе, если вы выберете Национальный университет, Одесская юридическая академия, будет с вами на протяжении ближайших 4-5 лет. Дякую вам, що завітали до нас. Дуже приємно було сьогодні з вами спілкуватися в студії репортеру. Нагадую, що гостем студії був директор Центру заочного та дистанційного навчання Національного університету Одеська юридична академія Сергій Кравченко. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь з репортером та до нових зустрічей в ефірі.